Добрый день, дорогие друзья. Опьянение. Тема этого небольшого видеорассуждения. И опьянение – это духовно-физическое измененное состояние животного, человека вследствие приема определенных лекарств, алкоголя, наркотиков, растений, грибов или других искусственных средств. И это состояние может быть кратковременным, а может быть продолжительным. И опьянение может быть алкогольно-наркотическим, которое очень распространено и сегодня известно. Но опьянение бывает совершенно и другим. К примеру, опьянение может быть гордостью, опьянение может быть популярностью, славой. Но опьянение может быть яростью, гневом, жадностью. Опьянение может быть также властью. Опьянение может быть наглостью, безнаказанностью, всевозможностями или деньгами, или богатством, но и даже красотой. И опьяненное состояние – это измененное состояние, ненормальное состояние, при котором человек ведет себя нескромно, нагло, при котором человек может вести себя жестоко, вызывающе, отвратительно. И люди во власти, люди во время войны, люди в спорте, особенно когда они побеждают и становятся известными, люди в политике, люди в искусстве, люди в бизнесе, которые приобретают успешный бизнес и большие состояния, они многие находятся в опьяненном состоянии. И мы их видим по их высказываниям, по их одежде, часам, по их жестам, по поступкам. Они становятся видимыми. И это опьянение, оно становится явным и заметным. И опьянение, конечно же, ненормальное состояние, в котором пребывает то ли животное, то ли человек. И хорошо, когда человек это осознает, выйдя из этого опьяненного состояния, потому что опьянение – это мерзость перед Богом. И есть понятие опьянения, при котором воздействие духовного мира врага через демонов проявляется в человеке. Рассуждать об этом необходимо. Необходимо понимать, чем чаще человек оказывается в состоянии опьянения, тем больше и глубже он в него погружается и нуждается в нем. И поэтому враг через состояние опьянения разрушает не только жизнь самого человека, но и его семью, а также влияет на людей, которые находятся непосредственно рядом с этим человеком. Опьянение. Порассуждайте вы об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.